У нас вечернее включение. Папа давно обещал всем. Обещал всем. Номер с дразнилкой. Такой номер снимался у нас на нашей любимой площадке. Возле гаражного комплекса. Зимой. Когда был снег, были морозы. Тогда вот эти зубищи забрали у папы дразнилку. А сейчас ни в коем случае. Папа, так сказать, дразнил, реванш устроил. Погода теплая, дождика нет. Татоша всегда в боевой готовности. Вот он показывает свой снаряд зубастый. А это наш предмет спора. Наш предмет дразнит. Папа дразнит. Папа дразнилка. Папа дурилка. В руках у него дразнилка. А это Татоша. Вот с таким носом. Вот с такими зубищами. А? Откройте пасть. Шире, Татоша. Ну-ка заглянем внутрь это чудище. Чудика. А если папа сейчас вырежь, то папа у тебя никогда у тебя ее больше не заберет. Папа, все. Вот так. Перерыв. Перерыв у дразнилки. Где дразнилка? Татоша, где она? Где? Где дразнилка? Ну-ка посмотрим. Тут нет дразнилки. А где дразнилка? Нет дразнилка. Папа прервется. Папа, можно прервется? Нету. Все, поцелуемся маме. Поцелуемся маме, чмоки. И второй тайм чуть попозже с ним. Ладно? Все, пока. Все, пока говорю. Не надо на папу прыгать. Иди, походи. Мы прерываемся на минутку.